Здравствуйте. Сегодня я записываю ролик по своему магнитофону Philips. Вот, который находится просто в новом состоянии. У него все работает, и радиотюнер, и кассеты работают, крутят, записывают, проигрывают, и эквалайзер графический. Все кнопочки на месте, записи, все, и пленочка даже на есть на колоночке правой, вы видите. Вот, сейчас я вам покажу, насколько он в хорошем состоянии. Колоночку покажем. Вот пленочка, эквалайзер графический, управление громкостью, переключатель напряжения на радио и на кассетник, моностерео, значит, переключатель на диапазоны, короткие FM и так далее. Кнопочки все целые. Вот я сейчас туда поставил кассету и вам сейчас продемонстрирую, как он играет. Сейчас я на единичку поставил звук, а сейчас я поставлю на трешечку. А сейчас я поставлю на шестерочку. Ну, шестерочка — это запредельная громкость максимальная. Ну, на двушечку поставим. Стерео. Кассета хорошая. Приятная. Вообще магнитофончик Navio. Yeah.
Берегитесь, хороший аппарат. За хороший аппарат и денежку стоит. Да, тем более он не копанный, не ломанный. Просто кнопочки, вот я смотрю сам, он просто в идеале. И коробочка к нему есть, и так далее. Так, вот сейчас мы помотаем, посмотрите, как мотает. Мотает. Так, стоп. Открываем. Кассетка у нас хорошая, коллекционная. И можете посмотреть, в каком состоянии там все. Там просто все в идеале. Просто в идеале приемничек магнитола. И крышечка тоже. Модель D8274. Вот двухскоростной, 4-4-спикерная система даже. Опа. Ну и все здесь, и надписи. Все хорошо. Ну ладно, снова поставим сюда. И вклю. Покрутим еще. Покрутим. Там кассетка крутится. Кассетка крутится, включили. Так, ну ладно. С этим, с кассетником все, я вам показал. Теперь радио включим. Вот, пожалуйста, вам радио я включаю. Из бесед доктора богословия профессора Софьи Куламзиной. 1985 год. Вот антенну я даю на всю. Смотрите. Вот, вот она. Опа! Сообщают местные СМИ. Также стало известно, что в ближайшие дни семье потерпевшего его жене и сыну предоставят государственную защиту. Далее. Сказочными видами от 3 миллионов рублей. Первый 94,4. Звук хороший, замечательный. If there's something weary in my eyes, that was that midnight flash. Ветер у бродяги старого треплет бороду. Вдоль по тротуару мокрому я иду шагами твердыми. Я, наверное, слишком гордая. Я иду на сердце города. Аппарат. Под ногами шепот гравия, шорох гравия, грохот гравия. Может, он напоминает мне, что на краю я. Все нормально, все по-прежнему. Ну, естественно, вот эту наклеечку можно снять, кто купит, может снять ее. Ну,
я не снимал. Чутко жду. Так, оп, сейчас. Так, на этом мое представление данной магнитолы закончено. Спасибо за внимание. Жду приличных, разумных, нежадных для себя покупателей. С удовольствием отдам в хорошие руки. Спасибо за просмотр.